Я каждый раз буду на следующем видео давать что-то конкретное, чтобы сразу вы попробовали, сразу увидели результаты и так далее. Это же школа Homo Futurus. Homo Futurus, человек будущего. Окно в новый мир. Заходите сюда, в эту школу. Под видео там есть все ссылки, посмотрите ссылки под видео. В основном мы занимаемся тем, что повышаем стрессоустойчивость, чтобы человек мог научиться регулировать свое собственное состояние, чтобы сам мог в любой ситуации преодолевать предельные нагрузки, снимать высокие стрессы, восстанавливаться, лучше спать и так далее, и так далее. И, конечно же, заниматься творчеством. Я могу быть лично я учителем танцев, учителем фехтования, учителем, как писать лучшие стихи, писать музыку, не будучи ни поэтом, ни композитором, ни тем, потому что я даю базовое и композитору, и поэту, и конькобежцу, и лыжнику, и даю любому человеку, чтобы он мог свое дело делать лучше. Делать лучше. И тогда вы и пишете стихи, и поете песни. У меня много учеников, которые тренировали людей, вокалистов и так далее. Ну, вы узнаете все. Смотрите под видео все ссылки.